Мобиль можно подвесить к потолку или с помощью специального кронштейна. У нас в ассортименте как раз есть такой. Его очень просто прикрепить к кроватке, и вот сюда вот можно подвесить любой мобиль или какую-то другую подвесную игрушку. Вот так вот выглядит эта конструкция, и можно ее приспособить к любой кроватке. Делается это так. В зависимости от конструкции кроватки, можно привинтить ее к боковым или к верхней вот этой планке. И дальше мы завинчиваем. И опускаем вот эту шайбочку вниз до упора. Теперь вставляем такую палочку. И вот сюда уже можно повесить любой мобиль. Например, вот мы продеваем его в резиночку и закрепляем с помощью бусинки.